Так, накидали, накидали еще. Пацаны, в воздухе висит, дерево застрял, представляете? Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига IP, простой человек, лох, дог, кинг он фаер, стрелок, пацаны, поздравайтесь. Привет! Всем хот-дог. Сегодня за нами будут гоняться Сиреноголовый и Монстры Хендерсона в классном большом лесу. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, а вы где? Мы в доме. А че вы не выходите? Ух ты ж, блин, нас много, Димас, ты само сошел? Да я немного поставил штук 5. Ого, их там! Они все за мной гоняются, ты о чем? Да я вижу, я вижу. А че, ты боишься, что ли? Я дома. Не, блин, вхожу. О, они по деревьям лазят. Нормально. Ты видел? Да, они прям лазят по крышам. Офигеть! Да стрёмно. Собираешь, ты даже не можешь оторваться от них. Ого, на один. Самый верх залез. Ребята, они около дома, а че вы все в здании сидите? Да выходите, не ссыте, пацаны, я на улице. В здание прямо добавить его. Наверное, да, давайте так и сделаем. А уже в здании? Да, он уже в здании. Ё-моё, ты подписал меня, нафига тебя зашёл? Вали! Ах ты, смотри, он прям стоит на дверях и никого не выпускает. Блин. Нельзя физганом трогать, вы читеры. Они постоянно телепортируются куда-то. Да. Они, знаете, как будто в двух местах, откуда начали и там, где сейчас. Ой, давайте, можно на дерево запрыгнуть? Вообще физически можно это? Ого, вообще жир. Между ветками заныкаться и сидеть. Вы их видите? Да. Сиреноголовый застреют, эти прям четко, да, лазят по деревьям, по крыше. Да. Ух ты! На тебя плевуха. Давай, выходи на улицу, секунд, строишь тут постоянно все. Нельзя. Страшно. Давай, выходи. Бей его, бей, бей, бей. Вот, вот так вот. Чтоб не было тебе страшно. Зачем? Уже психи, что ли? Ребята, золотой унитаз я сохранит, ребята. Давай, побежали, 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 все вместе. А, господи, я застрял. Может поставить еще монстров Хендерсона? Давайте еще. Давай еще. Давай еще. Да, сиреноголовый застрит, они между собой же дерутся. О, я знаю, я других тогда поставлю. О, поставь SCP-096. Ой, я спауна поудалял. Ну ладно. Не будет у нас сегодня 96, у нас сегодня монстры. Давайте тогда поставим вот этого вот. Ой, они позастревали. Ого. Я удалил дверь, все. Я дверь удалил. Люди, я удалил дверь, да. Пацаны, вам жопа. Строить не надо, только вот так вот выживаем. Ого, их там. Давайте, кто выйдет, тот красавчик. О, выбежал я теперь. Офигеть, их у дому сколько. Ого, они прям позалазили на крышу и сидят там. Бежи, они за нами, беги. Они меня сейчас убьют. Так, 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 отлично, ребята. Просто бежим. Я прям слышу, как они топают. Но мы не остановимся ни на секунду. Ребята, если вы далеко, то он такой будет спокойным шагом идти. А если вы уже там близко, он прям... Ух ты, смотрите, опередил меня. Не понял. О, вижу, с Димасом бегу, с Димасом. Да, я пытаюсь, ребята, как-то выжить. Прикольно в лесу от них выживать. Да, не может попасть, 5 хп всего, ну нормально. Как я убил человека? Знаешь, ой, блин, мне в жопу ударили. Да? Да. Значит, это хороший признак, ты проиграешь. О, еще за ним гоняется, видели? Да, так, что, может, давайте оружку можно использовать? Миниганы там, то все. Давай. Полетели, давай, иди давай. Сюда, где эта тварь. Убью, не убью, мне интересно. Это жесть, какой он наспористый челик.
Ого, по стене полез, дурачок. Ну это даже имея на руку. Наказываем. Говно, крыса-то это вообще было не слышно, пипец. Ой, я нашел что-то оружие. Серега, ой, блин, слышишь, Серега вспомнил, по-любому. Я убил оружием Serious M2, представляете? Опа. Где? Я теперь не боюсь, у меня есть пушка, которая их мочит. Давайте еще попробуем базука. Вот, тоже тема хорошая. Ну что? Где эти монстры? Вы их поубивали или нет? Ах ты ж говно. Так, вижу, что друг друга мочат. Я думал, вы будете монстров мочить. Че, всех убили? Еще вижу, есть. Ой, извини. Да ёкала мене какала. Да, вот смотри, тут есть такое... На раскрячке упал. Так, давай отходи, или я стрельну. Отходи. Говорю, аж стрельну, но... Да, телепортируется, гадина ты какая. Да? Ну что, давайте тебе других поставлю тогда. Да. Чё, ещё есть? Всё, да, все. Да, человек. Так, ну что, ребятушки, теперь будет прям жестко вообще. Сейчас ему поставим вот такого сиреноголового, который может прыгать. Ай, господи! Да, это крутой сиреноголовый. Так что, надеюсь, он будет нормально здесь ходить и не будет застревать, как другие. Арахит какой-то. Да, наверное, да. О. Чернокожий. Ого, на здание вообще наизично залез, как будто там и живет. Ну че, пацаны, нормально я их поставил, да? Офигеть, ого, их стрим. Тут. Они дикие какие-то. Да-да-да, кстати. Я одного убил. Да? Второго. А чем ты убиваешь? Я убиваю, но они сразу меня убивают. Ты монтировка или чем? Нет, лазером. Ой, блин, они не, эти шары не пролазят в дом. Да ну я не хотел, ну хлопцы, ну я случайно. О! Ой, хотел на крышу, а их миллион штук на крыше. Чё, пацаны, надо выходить нам по-любому. Может пилой попробовать? Не получилось. Ну пилять начал. Попугай, попугай. Обстоятельства. Да что ж такое, ваши обстоятельства? Да не... Так. Он уже снайперкой? Я сейчас использую тяжелую артиллерию. Я думаю, а здесь чё? Нужно использовать прям жестко, что ли. Вот у меня есть... А туда отойдите. О, пацаны, давайте все вместе возьмем огнемет. И мне кажется, это будет эпично. Все вместе. Но давайте перед этим я использую тяжелую артиллерию. Давай сначала легкую, тяжелую я буду использовать. Ну тяжелая у меня оружие. Знаете что, они все на крышу, надо крышу сжечь, вот так вот. Все жгем крышу. Короче, я тяжелую артиллерию сейчас везу. Тяжелая артиллерия. Она средняя такая. А знаете, что за тяжелая? Давай легкую. Сейчас узнаю. О, предвождатель. Такая средняя артиллерия. А что ж такое, не могу пролезть? Жирный, что ли? Че что? Извини, пожалуйста. Буду пригвождать, будете мешать. А, застряли, да? Так, тяжелая артиллерия пошла в ход. Где они? Давай, покажи, да что ты способен. Ща-ща. Так, накидали еще. Пацаны, в воздухе висит, в дереве застрял, представляете? Тяжелая артиллерия. А, он использовал админскую этот... монтировку Гордона Фримена. Хорошо. Готовьте, заходите в дом, готовьтесь к следующей волне. Давайте я что-то необычное. Ой, это же эти горки убийцы. Да. Она может телепортироваться. Плагин, что... Выходите. Оружие можно использовать? Да, выходи. А.
Я посмотрю, как они будут проигрывать. Да, они могут. Ой, я спрыгнул случайно. Блин! Это жо. А, она мне скинула. Она на крышу телепортировалась. Представляете, смотрите. Нет? Нет. Ну просто человек с монтировкой бегает всех. А, вот так значит простой человек. Хорошо. Ого, это пацаны прям жестко. Надо валить, надо валить. Всех убивают. Да? Ну, Дима, да, они прям кричат, и этим криком типа нас убивают. А мы сейчас выживем, пацаны. Как трясется. Да? Сильно? Да, капец просто. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, подкидывают бомбу, сейчас взорвется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, отлично, пусть кидает, взрывает. Ой-ой-ой. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще. Ого.